Так, ну вот, мы готовимся к монтажу кнопки. Вот это у нас есть паспорт Макс. Вот так вот он стоит у нас с родной кнопочкой. Так, теперь пытаемся переподсоединить. То есть берем шнурок с него, вставляем. Подержи, пожалуйста, радар. Вставляем сюда. Это у нас Валентайн. Так, вот он у нас включился. А теперь прикол вот в чем. То есть я пытался на один шнурок это сделать. То есть вот он получается. Вот что у нас творит, получается, родная вот эта фиговина. То есть прикол в чем? Мы хотим поставить кнопку вот сюда. То есть вот он фураннер. И можешь светануть? Светани, сейчас мы покажем. Короче, единственное свободное гнездо у меня, вот оно. То есть здесь получается подсветка, снизу все занято, портроники, ну и больше как бы дырок нету. Ну вот, кстати, вот сюда, во, во, вот если сюда мы ее поставим, вообще ништяк. Ну вот здесь, хотя я не знаю, а где вот проще? Ну вот по пользованию, не знаю, ну да, или сюда ты тянешься, или сюда. Видишь, что? Ну да, ну вот, ну короче, я боюсь, что все-таки у нас не получится с родной кнопкой напрямую подключить. Это я имею в виду, если подключение, так вот как бы я уже мыслю вслух, если подключение без сави делать. Но у нас по-любому будет сави, поэтому да и фиг бы с ним, делаем тогда два провода. Ну вот, ну короче, как бы так, чтобы знали, что провод, да, подходит, да, радар работает, но вот, вот такой вот глюк, то есть где-то несовместимость какая-то. Вот эту цветомузыку смотреть, днем-то оно как бы бог бы с ним, а ночью, я думаю, надоест такое. Ну вот, продолжаем дальше установку.